So first night trick. It shouldn't be too hard. Still feels awesome to have water all day without schedule. It's better to save it though. Да-то потом платить придется. This bathroom is about the size of my apartment in Bright City, and I would be locked there for a month now. And better keep this job. Clockwood is broken, but it's woke me up. Memory, but at least I'm well organized. Так, а вот и ключики. 12:35. Fresh air. The job is paying off already. Свежий воздух. Так, ну что ж, пора на работу. Полотенчик свернут. Да, я думаю, больше я ничего не забыл. Причем радио было встроено в телевизор. Здесь нет отдельного радиопроигрывателя. Удивительно, но розетка свободная. Какая-то чертовщина уже сейчас происходит. Может быть, конечно, этот телевизор питается от аккумулятора. Но это спорно. Так, ну что ж, выключаем свет. Я думаю, можно уходить. Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. Так, а вот и офис. Затушить огни я, видимо... Да, фары забыл выключить. Но как всегда, аккумулятор, надеюсь, не разрядился. Так, нужно сначала ключи. Да, забыл и про ключи. Hey Jasper, what's with the moody atmosphere? Как дела, Джаспер? Похоже, не очень, да? Тоже ночка была. Так себе. Спасибо за ключи. Да, береги себя. Может быть, начнешь моргать в конце концов. Мне кажется, это лучшая ситуация. Так, ладно, не смею тебя задерживать. Удачи, друг. Надеюсь, связь все наладится. Так, но место есть. Пахнет старой кожей, газом и алкоголем. So, today I need to find a wyvern somewhere and lure her to the lighthouse on a silent peak. They told me to use satellite towers. Sounds fun. Так, Silent Peak Lighthouse. So, так, хорошо, надеюсь, разберемся. Ручник, музыка. Вот и карта. Так, я вижу Silent Park, но я не вижу непосредственно отель. Так, здорово, Кларк здесь. Я водил эту машину до тебя. Классная работа, но поверь мне, это одинокое вождение в тишине.
Так, что ж, я сделал кассету для себя, записал. С релаксирующей, с расслабляющей музыкой. Так, окей. Записка от Кларка. И здесь у нас также карта. Так, лампочка, похоже, перегорела. Хотя, вроде как, ситуация немного улучшается, да, когда я включаю. Движок был отремонтирован несколько дней назад. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for Christine. It started out as a wonderful day. All over the world, the weather was unbelievable. Where it was daylight, it was the clearest, bluest daylight in the memory of mankind. Так, находимся мы в Гранд Рок. Нужно сориентироваться. Нам нужно выехать на мост. И пронестись рядом с городком. Едем к реке. Там сориентируемся. Я думаю, здесь знаки есть. Так или иначе. Station. If I call Jasper from a phone booth, this will become evacuation point instead of Grand Rock. If I stuck somewhere. Так, я могу позвонить Джасперу, если что, он меня эвакуирует. Ладно, заправка, я думаю, заезжать сейчас не стоит. Не знаю, полный у меня бак или нет, но я думаю, топлива в ближайшем будущем хватит. Так, тихо. Подвеска, конечно, здесь мое почтение. Машина уважаемая. Не знаю, как предыдущий водитель справлялся. Но, видимо, все не так плохо. Да, подвеска как будто вообще не работает. Так, Silent Peak. Потом чек на другое место. Сначала в Silent Peak. Все перекопано. Как российские реалии. Блин, зря я затормозил. Надо было на скорости проезжать. Чертов отвлекающий самолет. Так, сейчас немножко разгончик. Немного тарахтения. Прекрасный сегодня вечер. Да, рельеф здесь, особенности рельефа влияют, конечно, на вождение. Расслабленное, можно сказать, здесь особо не покатаешься. По крайней мере, в этом участке. Слишком извилистое, с перепадами высот дорога. Так, ну ладно, в принципе, мы подъезжаем вроде как уже к месту назначения. Прожектор проверен и готов к работе. Машина функционирует. Прекрасная медитативная композиция играет в салоне. И вроде как и не все так плохо, казалось бы. Машина заводится с полпинка. Туманная ночь. Почти как в фильме «Драйв». Если бы еще Night Call включить, тогда было бы вообще идеально. На самом деле, из-за света моих фар, кажется, что этот туман превращается в какое-то газовое облако. Как будто какая-то биологическая война идет.
I remember hiking around this satellite dishes. Мне начинает казаться, что я круг сделал. Я уверен, что здесь можно останавливаться. А я предлагаю проверить карту. Я когда на учебу ехал в автобусе в туман. В автобусе, в котором мне объявляли остановку. Проехал, по-моему, то ли две, то ли три. Трудно было сориентироваться. Не знаю, пришел я тогда на учебу или нет. Но это не важно. Так, но я еще на асфальтированной дороге. Еще есть некий страх, когда мы подъезжаем на высоту, забираемся на холм. Иногда начинает казаться, что затем последует обрыв. Но вроде как пока все замечательно. Довольно ровное, можно сказать, дорожное полотно, без дыры, я имею в виду. They said Wyvern likes the bridge near the Windland Plains. Maybe I should check there. Так, а где заезд непосредственно в этом городу? Я бы здесь тормознул и пешком сходил. Но мне кажется, я потеряюсь во тьме. Скорее всего, где-то будет поворот. Либо я проехал поворот, либо у нас сейчас будет. Нет, видимо, я проехал поворот. Хорошо, давайте предположим, тормознем здесь пока. Лучше, конечно, с правой стороны. Why the spotlights on a train is still on? It's clearly not moving anywhere. Well, okay, not my business. Так, ладно, заглушимся. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for Christine. Да, действительно, перевернувшийся состав. Когда я ехал и вдалеке увидел этот объект, я сначала подумал, что это какой-то надземный переход. И даже немного удивился, как в таких местах организовали, зачем организовали надземный переход в виде такого тоннеля. Так, хорошо. Прожектор нам, наверное, все-таки поможет отпугнуть титанов. Вряд ли он нам поспособствует. Да, в качестве исследования локации я, подсветив этим прожектором, ничего не увидел. Так, окей, тогда в таком случае. Я думаю, мы поедем дальше, не будем заворачивать тот городок. Рано или поздно мы приедем туда, куда надо. Well, so this car can't work. Она постоянно будет об этом говорить. Good to know. No multitasking for Christine. Эти голоса в моей голове. Рано или поздно мне нужно съехать с асфальтированной дороги. Мне нужно сориентироваться, нужно найти какой-то ориентир и возле него поворачиваться. Так, да, я сделал все, я сделал полный круг. Я начинаю понимать, где я нахожусь. Выход. Что бы это ни значило. Вау, she's beautiful. I hope she's not hungry. She probably needs to go to the village. At least it's the right direction to the Silent Peak. Улетел. Так, ну вроде как в этом и состоит моя работа. Я первый день на работе и не совсем понимаю. Кто такие эти титаны? Возможно, это был один из них.
Так, вот я и съехал. Windland's plains, they produce most of the energy for Woodville. С асфальтированной дороги. But I remember frequent shutdowns this time of the year. I wonder, was it because of Titans? Здесь у нас очередные самолеты, ветрогенераторы. Так, я предлагаю тормознуть здесь и взглянуть на карту. Здесь даже как-то посветлее. Глушиться не будем, я не думаю, что здесь есть расход топлива. Так, голоса в моей голове говорили что-то про городок. Значит, я непосредственно рядом с ним нахожусь. Silent Peak еще далеко. А нет, не про городок, а про Vineland Plains, по-моему. Но как я там оказался? Но я там не мог оказаться. Или я уже через мост проехал, сам того не заметив. Пересек мост. Так, ладно, я предлагаю пока что двигаться. Я осматриваю все окрестности, времени у нас достаточно. Первый день, нужно въехать в эту структуру. Не в прямом смысле. Метафорически. Нужно понять, что здесь к чему, привыкнуть. Привыкнуть к дороге, привыкнуть к погоде, привыкнуть к титанам. Так, но здесь действительно посветлее. Я хотя бы могу видеть уже дорогу. Пока трудно сообразить. Мыслей никаких особо нет. Тем более учитывая тот факт, что у меня топографический кретинизм, сложно ориентироваться. Так, но это не выезд случайно. Я вижу мост. Или визирующие булыжники. Да, в итоге мы выехали снова на асфальтированную дорогу. Должны выехать. Возьмем здесь, я думаю. Так, голоса в моей голове что-то сказали, по-моему, про верхушку. Да, забрался, смотрите-ка. Нужно его согнать. Так, ну ладно. Не знаю, получится ли у меня сделать это здесь. Так, прожектор. Да, не работает. Соответственно, спотлайт. Это кнопка включения-выключения прожектора. Работает после того, как я заглушу двигатель. Так, ну давайте попробуем отсюда его отогнать, поморгать, может как-то помигать. Нет, ему наплевать. Надо я подъезжать ближе. Попробуем остановиться где-то в центре моста, но я думаю, что нужно посветить ему в глаза, чтобы согнать его отсюда. А с другой стороны, может быть, это удачное расположение. Стоит попробовать, я думаю. Надо было сначала заглушить, хотя, ладно, плевать. Не хочет. Ладно, давайте попробуем. Обучаемся. Нужно привыкать к рабочим будням. Good to know. No multitasking for Christine. In the first of a special series of Light House broadcast. Я немного проехал, конечно, но мне кажется, это действительно бесполезно. Съедем сейчас вниз. Можно с той стороны, наверное. Да. К нему я уж точно забраться не смогу, да и если я бы забрался к нему, фонарик мой не помог бы. Вот был бы у меня полицейский фонарик,
как у патрулей. Так, давай другой разговор был. Поярче бы светил, чем, возможно, прожектор этот. Так, ладно. Надо сдавать назад. Так, ну ручник вроде держит. Страшно, но надеюсь, ничего не произойдет. Не хотелось бы в первый рабочий день утопить машину. В принципе, расположение достойное, наверное. Можно еще поближе подъехать. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for this. Мне на него наплевать. Блин, выжил прямо. Так, ладно, дайте подумать. Можно попробовать посигналить, но я думаю, расстояние нищетовое. Да и сомневаюсь, что он услышит. Так, ну нам нужно оттуда его прогнать. Джаспер, как себя чувствуешь? Все так же, да? Все так же в одиночестве. Стоишь и не моргаешь. Ладно, бывает, Джаспер.